вами Android Android. Сегодня хотел рассказать о очень крутой трехмерной главке, которая называется Security Hall. Игра еще официально не присутствует в Play Google, но доступна бета-версия. Я ссылочку под видео оставлю. А по сюжету мы должны помочь компьютерному вирусу пробить сквозь дыры безопасности. Для этого будем вращать различные фигуры и проходить все дальше и дальше. Давайте перейду непосредственно к самой игре. Доступно пока два мира. Первый мир доступен всем пользователям скачать, а второй мир только по промокоду. Давайте теперь перейду непосредственно к самой игре. Я уже достаточное количество уровней прошел, чтобы вам об этой игре рассказать. Уровни разные, отличаются, так сказать, своей разнообразностью. И еще какой момент, вот эти вирусы, вот эти фигуры, они генерируются, так сказать, рандомным образом, то есть в разброс, да, и поэтому тяжело, так сказать, понять и привыкнуть вообще к фигурам. То есть, если один раз запоролись, фигура будет уже другая. Вот, вот так мы с вами проходим и пытаемся нашу фигуру опустить, так сказать, вот туда вниз. А теперь скажу управление в самой игре. Все очень просто. Мы можем вращать эту фигуру разными способами. Первый способ — это вот так можем вращать, потом можем вот так вращать и можем также вращать саму фигуру. С левой стороны также показано, каким образом у нас наша фигура встает. Так, давайте попробую сейчас я сделать и пройти эту, так сказать, систему безопасности. А сверху показано количество, так сказать, вот этих ворот, которые мы сможем пройти. Как видите, усложняется все больше и больше, поэтому приходится напрягаться. Но и так как я уже проходил, потренировал свой мозг, то у меня это получается достаточно просто. Вот. Сейчас я вам покажу и все остальные уровни, которые здесь присутствуют. Так, вращаем, вращаем. Ну, думаю, сейчас получится, не получится. Так, ну тут я уже, видите, запутался. Не так все просто, как казалось на первый взгляд. Поэтому, нет, я так просто не сдамся. И думаю, вы тоже не сдадитесь. Я забыл вам сказать, с левой стороны такая есть фиговина. Нажимаем на нее, и у нас время перематывается назад. У нас идет время, да, если оно закончится, да, то зафиксирую, что это вирус, и тогда мы не сможем просто пройти этот уровень. Вот, наконец-то я его прошел. Это первые уровни, они достаточно простые, но дальше будет гораздо сложнее. А дальше уровень, допустим, четвертый. Чем же он отличается? Он кардинально отличается. Здесь для того, чтобы мы должны пройти уровень, надо вращать вирус в центре и выбрать такой же вирус, который находится на краю. Допустим, посмотрите, какая фигура, какой же из них. Мне кажется, вот эта фигура, и я угадал. И нам тоже также пройти надо три волны, которые здесь есть. Давайте сейчас попробуем быстро пройти. Ну, это для меня очень легко. Легко. Не знаю, для меня игра простая, но мне кажется, возникнут проблемы у многих те, которые будут в нее играть. Вот тут уже посложнее. Угадал? Нет, видите, неверно. И все, теперь мне начинать с самого начала. Ну, давайте идем дальше. Какие еще виды уровней здесь имеются? Ну, здесь имеется уровень вот такой вот. То есть тут гораздо все сложнее. Так, тут время уровня ограничено и количество блоков фиксировано. То есть тут уже надо напрячь свои мозги на 100%. Попробую я напрячь и попробую пройти этот уровень. Так, вот так мы можем вращать. Смотрите, не забывайте вращать. О, у меня, видите, как хорошо это получилось. Короче, игра офигенно сделана. Разнообразные вот эти головоломки, они реально впечатляют. Мне она очень понравилась. Я реально, ну, в нее засел. Вот так мы с вами и проходим вот эти вот уровни. Также покажу второй мир, тоже достаточно сложный и увлекательный. Давайте все проходить не буду, потому что достаточно не так долго. Еще есть 11 уровень, тоже отличается. Чем же он отличается? Тут с каждым движением остается все меньше возможностей для маневра, чаще используется камера. То есть, если мы вращаем вот так вот нашу фигуру, у нас ограничено количество движений, да? Вот так все закончилось, все, теперь нас обнаружили. Поэтому надо внимательно смотреть и сначала присмотреться более внимательно, да, к фигуре. Вот так вот, сейчас вам поясню, покажу, объясню. То есть не касаться фигуры, а просмотреться саму, так сказать, какая фигура там есть. И уже точно, когда вы точно уверены, вот таким вот образом уже ставите, вы будете его, эти уровни проходить. Вот. Так, давайте еще несколько уровней пройду. Тут я уже, так сказать, человек бывалый. Вот, мы можем также использовать специальный бустер движения, который позволяет сбросить. Я понимаю, не сбросить, да. Да, сбрасывать, да? То есть все движения, которые я сделал, мне облегчает в несколько раз. Так, ну, все, я прошел. Ну, видите, достаточно просто. И последний уровень, который мне остался пройти, это третий. Надеюсь, у меня получится его пройти.
Ну-ка. Да, я его прошел. Вот, это я вам показал первый мир. Сейчас я покажу один из уровней второго мира, который доступен только по промокоду. Вот, он называется ФБИ или ФБА, как вот правильно, не знаю. Тут вообще очень все сложно. Тут реально надо заморачиваться. Сейчас понять, почему. Видите, почему? Фигуры вообще поменялись, поэтому тут надо уже смотреть внимательнее. Тут прям сложно, очень сложно проходить их. Думаю, возникнут проблемы у многих игроков. Уровней достаточно много. Я жду не дождусь, когда выйдет официальный релиз данной игры. Я в него с удовольствием поиграю уже в полную версию. Короче, игра офигенно сделана, оригинально, трехмерно, крутая музыка. Заставляет вас, ваш мозг напрячь. Еще раз повторюсь, она находится в стадии бета-тестирования, поэтому ссылочку я дам, и вы можете зарегистрироваться и, ну, не зарегистрироваться, зайти там, поучаствовать в бета-тестировании и насладиться этой крутой уголовкой. Я поставлю данной игре, наверное, пятерку, так как я люблю уголовки, для меня эта игра очень крутая. А с вами был Android и Android, всем пока!